Только лети рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить анабиоз. Остановились мы на том, что спасли нескольких людей. В предыдущей серии мы несколько раз зафейлились, несколько раз погибли. Надеюсь, эта серия будет подобрее к нам. Там у нас коридор замерзший, и в нем странным образом расчекрыженный мужик висит. Давайте посмотрим, что с ним можно сделать. Охренеть. И перепрыгнуть я, соответственно, не могу, само собой. И я замерзаю. Что же делать? И это пушка? Да вы гоните. Это санина какая-то, а не пушка. А-а-а, блядь, я сейчас замерзну. Вон оно чё. Давай, пошёл. Быстрее дальше, быстрее замерзаем. Давай. Ох, только не надо врагов сейчас. Вот. Врагов мне только не надо. Сохранимся. Не хочу по новой. Хотя, может, я глупо поступил, что сохранился таким запасом тепла. Блин, ну пролезай, ну ёлки-палки. А, нужно тепло. Согреться. Опять флешбэк. Капитан, я готовлю детальный отчет о ходе ремонтных работ. Вы говорили об устранении неполадок в течение 7 суток. Спуститесь в нижние отсеки, и вы сами все узнаете в мельчайших подробностях. Там вам объяснят, что срок устранения неполадок напрямую зависит от способностей команды. А также от способностей капитана выполнять возложенные на него обязанности. Такие, как доставка корабля к пункту назначения, сохранив при этом груз и команду невредимыми. Давайте же начнем их выполнять. Потому что последние события уже дают основания поставить под сомнение вашу компетентность. Молодой человек, послушайте, что я вам сейчас скажу. Я управляю кораблем, пока не случится одно из двух. Или я сам перестану существовать, или мой корабль. Это не ваш корабль, капитан. Это вас на него назначили. Что же касается его судьбы, то она в скором времени разрешится. И значительно раньше, чем вы себе это представляете. Что вы имеете в виду? Вот, директива штаба, кроме всего прочего. Поганый червь. Ой, туда? Ты дружелюбен? Сейчас, братья, мне надо согреться. Я сейчас задубею. Патронов нет? О, это что такое? Обалдеть. Это же сигнальная. А какой толк может быть от сигнальной ракеты? А что, она же никого убить не может, не в состоянии. Погреться. О! Ты друг? Ты явно не друг. Я сейчас без тебя замерзну. Да что ж такое-то, а? Сейчас все будет. Ну, что-то у меня ощущение, что ты не друг. Скажу честно. Мне нужно тепло. Если ты не друг, то смотри, что у меня есть. Я тебе покажу. Я что, его раздавил, что ли? А ты кто такой? Твою мать! Ты что за нахер? Какая нахер сигнальная ракета? Блин, мне согреться надо, я сейчас сдохну. Отогрев идет, нет вообще? Нет, не идет, сверху дубак. А там в коридоре, судя по всему, этот паук. У меня мало здоровья. Это просто супер. Закрой дверь.
Понравилось? Тепло. Ох. Меня, конечно, не радует, что за углом какая-то непонятная херь, которая страшнее всего, что я видел в этой игре. Но тем не менее, у меня, по крайней мере, есть здоровье и есть вот этот вот мочемет, иначе не назовешь. Так, это лифт, судя по всему, да? И сейчас я окажусь в закрытом пространстве с пауком и умру. Что еще у меня тут остается? Как тебе стрелять этой херней? Блять, у нас проблемы, проблемы. Ну давай быстрее, елки-палки. Все, мне хана, это уже даже не обсуждается. Да. Да уж, это серьезный противник. С ним мы, похоже, намучаемся сейчас. Это да. Даже не представляю, как его убивать. Я так не понял, как этот водомет действует, честно говоря. Но не нужно писать мне в комментах, потому что на тот момент, когда я выложу это видео, пройдет уже как минимум на неделе. И к тому времени я явно уже сам разберусь. Поэтому кэпом быть не обязательно. Это я вам гарантирую. Так, винтовки 0. Сигнальные вообще какие-то бесполезные, похоже. Давай, давай, быстрее. Ну ё... Чё случилось-то, блядь? Не знаю. Вот в такие моменты, конечно, я ненавижу эту игру за ее кривизну. А вы, наверное, ненавидите меня за то, что я погибаю постоянно. Ну что ж поделаешь. Не дают они мне развернуться в полную силу. Так, нажимаем. Берем в руки винтарь. Видимо, меня вот эта херня прижала, что ли? Я не знаю. Где у нас еще патроны? Ну, давай, давай, быстрее. Это что такое? Получи, распишись. О-о-о, не трогай меня. О-о-о-о. Да блин, что ж ты мечешься? Тебе ж хер попадешь так. Ёлки-палки, как я мог так встрять, а? О-о-о-о, не трогай меня. Он еще и холд распускает. Блин, давай быстрее перезаряжай, ты как бабушка. Я еще не попадаю ни хера по тебе. Надо метаться. Не трогай меня, не трогай. А, лед, лед, лед. Давай быстрее, елки-палки. Ну что ж ты, еб. А, зачем ты начал заряжаться? У нас еще 3 патрона в обойме было. Попал, нет? По-моему, попал. Да что ж ты не дохнешь, а? Я сейчас замерзну. Нет, 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 нет. Кенгуру спасай. Все, патронов нет. А, еще есть обойма. Только сейчас замерзну. Ну давай быстрее, елки-палки, блин, я и то быстрее. С этой мосинки. А, блядь, да что ж такое? Напряженный босс, надо сказать. Надо сказать, да. Но по крайней мере я понял тактику борьбы с ним. Если не буду тупить, все у нас получится. Много смертей получается, много. Че ж поделаешь? Ну, давай, давай быстрее.
А где патроны? Ага, я еще и место перепутал. Блин, как назло, мышка новая к ней, я не привык. О, нет! Блядь, да что ж так... Да куда ты... Я опять перезаряжаю. Я опять погибну. Да бля, ну что с тобой делать-то? Все, хана. Нет еще? Ну, это уже явно проигрыш. Врагу не сдается наш гордый варяг. Да блин, ну что ж ты... корявый я и корявая стрельба, это просто страшное сочетание, надо сказать. Все, хана. Блин, я не знаю, ребят, не злитесь на меня, не надо, блин, в комментах срать, но не могу я с ним разобраться пока ни в какую. Упертый он какой-то. Я начинаю слишком много делать лишних движений. Все, соберемся, сейчас будем побеждать эту членистоногую тварь. Давай. Ты можешь. Так, где у нас патроны? Патроны. Перезаряжаемся. Нам желательно вон там спрятаться. Да что ж ты не схватил-то, а? Ну блин, ну ты мечешься. Получи, распишись. Ой, 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 бля, ну что? Хер что сделаешь, а? Пока ты перезарядишься, блин, он уже успеет. Охереть, ну как тебя попадешь-то, а? Так, тихо, я помолчу. Не буду отвлекаться. Не буду отвлекаться на базары. Не надо, не надо, не трогай меня. Страшная херь. Что ж ты не дохнешь-то, а? Давай, давай. Давай быстрей. Да сколько в тебя патронов-то влазит? Блять, я сейчас задубею просто. Твою мать. Давай, перезаряжай быстрее. Да. Да что ж ты не дохнешь-то, ёлки-палки. Обалдеть. Еще и не попал. Это тупо, по-моему. Это не сказать, что какие-то сложности, просто
Как в 90-х годах сложность врага измеряется толщиной его кожи, блин, а не какими-то там тактическими заморочками. Ну и чё, блин? Я не знаю, может я что-то неправильно делаю. Иди ко мне. Ну все, патроны кончились. И что мне делать? Надо было, видимо, так. Ну сейчас я уже погибну. Да. Что мне дает, интересно, этот рычаг? Блин, я который раз уже дохну, это... Просто ни в какие ворота. Но по крайней мере стрелять в него, насколько я понял, бессмысленно. Да, блин, ну что ж ты... конечно. Ага, вот сейчас вот поговорим, скотина. Че, уже не такой крутой, да? Ну ты меня задрал, ну блин. Ха-ха, пошел процесс. Что ты мечешься? Тебе хер попадешь так. Будь у меня какой-нибудь автомат там, и это бы, конечно, было бы попроще, но с винтовки-то, блин. Да ёб твою дивизию. Ну давай, замри. Хорошо. О, блин, отвлекся. На секунду отвлекся, он уже тут как тут. Давай. Ну наконец-то. Скотина, я не пожалею патрона на тебя. Для меня главное, чтобы... Фу, ты больше не оживал. А сколько я на нем застрял? Буквально на минут 15. Это обалдеть просто. Простите меня, дорогие зрители, за то, что я так много на нем помирал. Ну что ж поделаешь, вам-то наверняка, уже прошедшим игру, многим из вас эти вещи кажутся очевидным. Но при первом прохождении, я думаю, вы застревали точно так же. Слепое прохождение есть слепое прохождение, в этом есть... свой шарм. Законопателем этого паука просто надо было понять, что с ним делать. Ну да ладно. Так, и что в итоге нам это дало? Дверки все, насколько я вижу, закрыты. Патроны. Подожди. Так, и что? Смысл мне ехать вниз? Видимо, там что-то открылось внизу. Угу. Вон оно что, его пещера.
Так, ладно. Блин, как он мне надоел. Я надеюсь, старый тут не вылезет сейчас. Что у нас здесь? Открыл, понимаешь, паучью клетку. Да, эта серия даже больше предыдущей по количеству погибели, смертей. Ну что ж поделаешь. Мне уже надоело извиняться. Такова жизнь. Ребят, в принципе, на этом, я думаю, все. Завершим эту серию. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.